Всем привет! Продолжаем путешествие по выставке Киасма, Хельсинки. Вот мое внимание привлек зал, где стояло такое судно из пивных банок. Я прочитал, что это эстонский художник Карл Каплинец совершил плавание на Финском заливе из Финляндии в Таллин на вот этом судне, построенном из пивных банок. Таким образом вернул обратно тару, экспортированную по морю финским туристам. Вот что сам говорил Карл. Алкотуризм и трудовая миграция – это тема, которая напрямую касается очень многих жителей Эстонии и Финляндии. Поэтому я считаю эту тему важной. Еще он рассказывает о том, что остался доволен этим перформансом. Погода была прекрасная. Залив финский был просто очень хорош. Шло очень все гладко. Мы стартовали с полуострова Порка и закончили плавание в Рахунеме. Вначале, конечно, было страшно, что подложка из старой прохудится или не справится с большими волнами. Но опасения не оправдались. Самыми большими повреждениями оказались порезанные пальцы и обгоревший нос, говорит Карл Каплинец. Ну вот, скорость судна составила где-то порядка 4 узлов, это где-то 8 км в час. И паром этот плот из пивных банок является символом эстоно-финских отношений и алкотуризма. 95% использованных для строительства этого судна пивных банок сделаны в Эстонии. Художник собрал их в том числе с помощью призывов в соцсетях. Все банки обработаны так, чтобы быть устойчивыми к влаге. Видимо, чем-то обрабатывали, но не написано чем. Ну, еще художник заявляет, что не является абсолютным трезвенем. Вот такие вот дела. Такой зал выставки Киас. Современное искусство стран Балтийского региона. Туда и обратно называют. Вот, все, всем пока, всем привет. Вот такой вот пароход из пивных банок. Пока.